Альтернативу пластиковым бутылкам придумали в Великобритании. Инженеры разработали специальные съедобные пузыри. Разработка британской компании представляет из себя прозрачную оболочку. В этот пузырь можно налить не только воду, но и другие напитки. Оболочка пузыря сделана из водорослей. Ее можно съесть, а можно и выкинуть. Вреда окружающей среде она не принесет. После презентации проект всего за несколько дней собрал в интернете 400 тысяч фунтов стерлингов. Эту сумму разработчики намерены потратить на запуск продукта. Большинство людей обычно берут бутылку воды, выпивают ее за 5 минут и выкидывают. А ведь пластик будет разлагаться еще 700 лет. Мы знаем, как решить эту проблему.